овощи хрустящие, как зимний снежок. Продаю настоящий эликсир из крови фалдеров. Живите тысячу лет, читайте чужие мысли. Лучшие цены, лучшее качество в Скайриме. Мясо чистое, с гарантией без каменной подагры. Занимайтесь любовью, как саблезубый тигр, и сокрушайте врагов, как великан. Всего за... Убирайся от меня. В чем дело? Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Так все же Рифтон? Или Рифтон? Это место столько раз переназывали, что я уж и не упомню. Говорят, тебе довелось побывать на свадьбе кузины. Не распускай руки, воришка. Что-то не так? Как по мне, так мелюзге в приюте повезло, что Грелот умерла. Все в порядке? Так это ты тут иллюзии наводишь? Мне вот интересно, что делает Девакин после того, как его призовут Седобородый? Ты, значит, считаешься алхимиком, а? Я-то предпочитаю. Мне вот никогда эта наука не давалась. Император мертв. Темные времена настали. Не пойму, зачем нам вообще понадобилось захватывать Рифтон. Ты по сторонам погляди. Так ты знаешь пару заклинаний. Этот город сплошь провонял братьями Бури. Рифтон находится под моей защитой. Говорят, Ульфрик Буревестник... Нечего бездельничать. Если стражники Вайтрана могут победить дракона, нужно держать ухо востро. В чем дело? Если ищешь ночлег, обратись к Керави. Что тебе нужно, Барт? Эй, так ты умеешь варить зелье, да? Когда-то городом правила гильдия воров. Теперь они не будут... Один стражник говорит, будто видел, как маг появился из ниоткуда. Клялся, что это был монах-псих... Эй, я знаю, кто ты. Слава Ситису. Доброго дня. Ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Лезвие такое тупое, что и масло не разрежет. Самоцветы, зелья... В чем дело? Драконы... Занимайтесь любовью, как саблезубый тигр, и сокрушайте врагов, как великан. А вообще говоря, может, это я, Деваки? Только я этого еще не знаю. Редкости и диковинки со всего Моровинда. Не проходите мимо. Купите мой эликсир. Всего за 20 септимов. Самоцветы, зелья, экзотические ингредиенты. Чего у меня только нет?